санаторно-курортной отрасли представлено 606 объектов – санатории, базы отдыха, детские лагеря. Одна из главных задач на 2014 год – увеличить количество круглогодичных здравниц. За 2013 год объем налоговых поступлений без учета земельного налога и арендных платежей консолидированный бюджет Краснодарского края составил 739 миллионов 433 тысячи рублей. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составил 101,5%. В Анапе созданы рейдовые группы, в которые входят сотрудники налоговой службы и управления по санаторно-курортному комплексу, контролирующие процессы сдачи квартир частными лицами. В 2013 году проведено 608 совместных рейдов, выявлено 36 нарушителей, не вставших на налоговый учет. Проводилась информационная работа для руководителей здравниц, направленная на использование продуктов питания исключительно кубанских производителей. Доля насыщения местными продовольственными товарами составила 87,5%. В рамках подготовки к курортному сезону 2013 проведены 12 совещаний о требованиях пожарной и антитеррористической безопасности, предъявляемых к учреждениям санаторно-курортного комплекса, и оснащении пляжных территорий спасательными постами и медпунктами. Особое внимание уделялось антитеррористической защите объектов санаторно-курортного комплекса, принимающих детей. 31 мая 2013 года на центральном пляже проведено практическое занятие по вопросам обеспечения безопасности и техническому оснащению пляжей, оказанию первой медицинской помощи. Занятие проводилось при участии анапского участка ГИМС. К началу курортного сезона в прошлом году было установлено дополнительно 149 скамеек в прогулочной зоне и на Пионерском проспекте. Во время летнего сезона действовали 11 автокемпингов, а для информирования туристов на въездных трассах было установлено 12 специализированных информационных центров. В 117 павильонах гостям курорта предлагали экскурсионные путевки. В реестре объектов туристического показа 21 объект, находящийся на территории города-курорта Анапа. В феврале Анапа по традиции приняла сотни гостей на ежегодной выставке-ярмарке «Анапа. Самое яркое солнце России». И делегация муниципального образования приняла участие в 4 крупных выездных выставках в Сочи, Красноярске, Москве и Казани. Высокое достижение анапчан – 5 первых наград на 9-м краевом конкурсе лидеров туриндустрии «Курортный Олимп-2013». В 2014 году запланирована масштабная работа – увеличение темпов роста налогов в консолидированный бюджет, рост заработной платы работников санкура, дальнейшее развитие курортной сферы. Улучшение качества предоставляемых услуг и сервиса обслуживания туристов. Улучшение лечебной базы предприятия санаторно-курортного комплекса. И увеличение количества круглогодичных предприятий путем перехода сезонных предприятий на круглогодичное функционирование в целях обеспечения притока отдыхающих на круглый год. И самая значительная цифра. В 2013 году в Анапе зарегистрировано 4 миллиона 105 тысяч гостей, из них 200 тысяч отдыхающих дети. В 2014 году этот показатель должен остаться на таком же высоком уровне благодаря качественным услугам всей отрасли. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.